Классический балет не терпит притворства. Для танцора важно все – и образ, и костюм, и выверенные до мелочей движения. Воспитанники хореографического ансамбля «Мелодия» на праздновании юбилея любимого коллектива показали все, на что способны. Настя Коструба занимается здесь уже 7 лет. Признается, что не все получалось сразу, но терпение и старание приносят свой результат. И номер «Вальс снежных хлопьев», в котором она участвует, открывал праздничный концерт. Мне понравился балет, когда меня мама повела первый раз на спектакль «Щелкунчик». Мне было тогда 3 года с лишним. Я сказала: «Мам, я хочу заниматься балетом». И она меня на мой день рождения, она мне такой сделала подарок, меня повела на хореографию. В этот день на сцене выступали не только юные дарования, но и выпускники прошлых лет. Многие реализовались как профессиональные танцоры. Александр Дымовский пришел в танцевальную студию еще совсем маленьким. Вместе с коллективом он делал свои первые шаги на сцене. Здесь и зародилась любовь к танцу, ставшая профессией. Для меня большая честь участвовать в сегодняшнем концерте. Любимый родной коллектив, в котором я начинал, безусловно, коллектив развивается, и я уверен, что у него есть большое будущее. И мы, уже сложившиеся артисты, всегда перейдем на усиление каких-либо мероприятий, будем рады участвовать. Казалось, что самые довольные в этот день были родители. Видеть свое чадо на сцене в ослепительном костюме, грациозно выделывая сложные танцевальные па, ни с чем не сравнимое удовольствие. И все это благодаря бессменному руководителю. Наш педагог, самый лучший в городе, Ольга Анатольевна Севелькина, она готовит ребят очень хорошо, у них хорошая школа, да, у них носочки натянуты, у них хорошая техника. Дети здоровы, дети тренируют ножки, спинку, приучаются и слушают красивую классическую музыку. Для Ольги Анатольевны ее хореографический коллектив – целая жизнь. Всех учеников она считает своими друзьями, помнит и вдохновляется ими. В наше время трудно найти педагога, кто так же искренне будет любить детей, полностью отдаваться процессу воспитания и обучения. Они оставили глубокий сердце, исследованное сердце. Я их очень-очень люблю. Я очень богатый человек. У меня столько дорогих моему сердцу людей. И сегодня день такой, что здесь они здесь со мной. Я очень рада. Завершающим аккордом концерта стала традиционная клятва и посвящение всех участников в настоящих балетных артистов. Клянусь и через много-много лет оставить в сердце танца след. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.